Привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодня хочу оставить свой отзыв о косметике компании Микролис, которая находится в городе Новосибирск. Косметика отечественная, наша российская и натуральная. В состав косметики входят культуральные питательные среды, бактерии, это бифидобактерии, лактобактерии и микрококки. С содержанием продуктов метаболизма, клеточной фракции, компоненты клеточной стенки и клеточных мембран. Также здесь присутствует, может, мед, прополис, молочная сыворотка, смола, хвоя кедры и пихты, листья стевии, эхинации и иван-чая. Если вот так вот посмотреть, прослушаться, да, то это действительно натуральное. И сегодня оставлю отзыв, что мне понравилось, и есть среди них то, что мне не очень понравилось. Эта продукция не содержит силиконов, парабенов, синтетических консервантов и красителей. Город Новосибирск, компания Микролис. И давайте, что же я заказала, посмотрим. И первый — это пихтовый крем для ног, шиповник и живица. Очень хороший, скажу вам, объем 125 мл. Сначала покажу. Давайте текстуру крема быстренько. Так. Ой, аромат. Аромат вообще. Крем очень плотный. Хватает вот, вот такой вот капли на стопу и пятки. Поэтому будет очень экономичным, тем более такой объем. Расскажу вам аромат. Аромат действительно вот натуральной пихты, и я чувствую смолу. Смолу, которая капает с дерева. Ой, когда мы строили новый дом в деревне, ну, строил мой папа, да, с братом, вот, из дерева, и вот эти сосновые смола, которая капала, да, вот, я чувствую этот аромат такой натуральный, класснющий вообще, пихта, кедр. И еще мне напоминает, мама моя делала настойки, как лекарства, да, которые внутрь принимали из трав, трав и лопуха, в общем, разные травы. И ощущаю даже вот такой аромат. Но действительно здесь вот я живицу вот. Пихта натурально очень хорошо смягчает пятки, стопы, вообще супер, мне очень понравилось, действительно натуральные кремы для ног я обожаю, я без них не обхожусь, я всегда ими пользуюсь, и если честно, мои пятки очень даже в хорошем состоянии, рекомендую. Далее тоже рекомендую, я в некоторых обзорах говорила вам, что скрабами летом не очень пользуюсь, да, что-то не подходит, но вот этот скраб, я даже не скажу, это скраб, знаете, а скрабик. Тут такие нежные частицы, которые вообще не травмируют кожу, и мне кажется, на лето самый раз, самый супер скраб гаммаж для лица, который деликатно скрабирует. Также текстура кремовая. И благодаря этому кожа питается, увлажняется. Видите, да? Они такие мелкие и не травмирующие частицы. Вот. Видно, надеюсь. Да, вот. Камера фокусирует. И очень приятные. И здесь аромат такой, ощущаю, какая-то есть сладость. Также трава. Опять чувствую вот эти вот настойки, которые делала моя мама. Чувствую аромат леса, аромат травы, аромат свежих листьев деревья. Обалденное. Я в восторге от компании Микролис. Но в конце скажу один такой маленький недостаток и минус, который бы, конечно, они решили. Давайте я вам еще не прочитала состав. Состав: пихтовый, шиповник и живица, крем для ног.
дистиллированная вода, культурная среда бифидобактерий, липидный комплекс пихты, сибирской, лецитин, мед пчелиный, воск пчелиный, гиалуроновая кислота, живица лиственницы, экстракт шиповника, коллоидное серебро и масло лавровое, горчичное, авокадо и ментол. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Поэтому предупреждаю, если вы аллергик на мед, конечно же, это будет не ваше, потому что я знаю, что бывают аллергические реакции на мед. И давайте я вам тоже быстренько вот так покажу, чтобы вы сами тоже видели. Состав. Вот. Срок годности у этих средств, из-за того, что это все натуральное, я всегда говорю про натуральную косметику, всего 12 месяцев, то есть 1 год. И скраб-гамаш для лица, пектиновый гель, лецитин, также опять мед пчелиный, белковый экстракт бифидобактерий, гиалуроновая кислота, вот который я вам говорила, что при скрабировании идет какой-то увлажняющий эффект. Корица. Во, кстати, есть аромат корицы, очень ярко выраженный. Соль морская, кокосовая стружка и коллоидное серебро. Давайте тоже вот так покажу, чтобы вы сами видели. Также предупреждение об аллергических реакциях, так как действительно это все натуральное и может, конечно же, повлиять вам мед. Далее, третье средство, это у меня маска для лица антивозрастная 40+. Я всегда себе уже беру 40+, мне 39, поэтому 30+, 35+, мне кажется, на меня не подействует, поэтому я беру на 1 с плюсиком. Очень мне понравилась эта маска, я от маски в восторге. Это маска глиняная, которая в процессе через минут 15-20 на вашем лице высыхает, и ваше лицо становится каменным, прямо утягивает, прямо стягивает вашу кожу, и после кого так смываете, ваша кожа такая милейшая, гладкая, обновленная, даже почувствовала какой-то эффект отбеливания. Эти средства на меня вообще не повлияли аллергическими реакциями, я очень довольна, рада, что натуральная косметика очень хорошо на меня влияет. Последнее время не замечаю у себя никаких высыпаний, а это иногда бывает, особенно в женские дни критические, бывает, что может и угорь, и прыщ выскочить, а так как у меня в последнее время не было. Маска. Давайте я вам покажу, как выглядит маска. Вот такого шоколадного цвета, который в процессе высыхать становится глиной. А про аромат — это релакс. Это ароматерапия. Когда я намазала на лицо, у нас есть, как вы знаете, кот, который даже сейчас лежит рядом со мной у моих ног, облизнула мне лицо. Вы представляете, до чего понравился коту этот шоколад? Что, конечно же, я не специально это дала, я не думала даже, что он вот так будет облизывать. Получается, даже коту понравилась эта натуральность и сладость, что он облизнул меня. Ничего страшного с моим котом не произошло. Вот, аромат шоколада. Я всем дала понюхать. И мужу лицо дала, и сыну, и дочке. Все от аромата были в восторге. Это действительно релакс и ароматерапия. Супер. Вот. Шоколад. Ой. А запах обалденный. Очень действительно понравились, врать вам вообще не буду. Они экономичные, видите, в процессе использования начинает вот худеть потихонечку. Вот это вот крем вообще будет экономичный, он плотный, его надо очень-очень мало. И далее еще два средства, они как бы идут одинаковыми. Это тканевые маски для лица «Исландский мох», которые я пока, к сожалению, не тестировала, не успела, и протестировала я маску для лица пробиотическую. Питание, увлажнение от морщин с эффектом лифтинга. Вот так это все упаковано. Сейчас я вам расскажу. И хочу дать, ну, такой очень дельный совет компании, как бы сказать, Микролис. Понравился мне, понравилась тканевая маска. Это не просто
просто тканевая маска, которая пропитана каким-то средством, да. Именно когда я открыла упаковку, я была очень удивлена. Здесь был кремовая текстура, прямо кремовая маска, которую прямо надо, тканевую маску прямо внутри протереть, взять, чтобы положить на лицо. И хочу сделать такой минус, ну, даже это не замечание, но то, что мне не понравилось, вы сами увидите. Вот, посмотрите, вот такая вот маска. Вот. Очень маленькая, вот повесила. Лоб даже половину не покрывает. Какой даже половину? Доходит до бровей и все. А охота же вот это увлажнение питания и для лба, потому что на лбе у нас с возрастом появляются самые такие морщины. Далее, не хватает вообще. Немножко посмеюсь над собой, забыла, что это такое вот подбородок. Вообще доходит всего до половины подбородка. Я вообще не говорю вот про это место, которое тоже охота покрыть. Глаз вообще невозможно было открыть, поэтому я полежала с закрытыми глазами. В общем, вот эта вот тканевая маска, она полностью прям на 100% мне не понравилась, неудобная. А вот сам эффект, который я прочувствовала, эту маску надо обязательно в конце смывать, потому что вот эта вот кремовая сама текстура, она остается немножечко на лице, такой, знаете, жирненькой, поэтому надо обязательно-обязательно смывать. Поэтому сделали бы эту маску, ну, менее, немножко на удлинение большим. Мне показалось, что эта маска больше подходит для моей 9-летней дочери, для маленького вообще лица. Она не подойдет и кругленьким, как я, и с удлиненными квадратным лицам. Поэтому очень-очень маленькая тканевая маска, как вы видите. Но сам эффект мне очень понравился. Вот. Минус был только вот в этом. Вот. Ссылку я на интернет-магазин Микролис, конечно же, оставлю. Заходите, смотрите. Натуральная косметика, наша российская, в последнее время тоже очень понравилась. Действительно, от них есть какой-то эффект. Прочувствовала, без силиконов, без парабенов, натуральная. Очень понравилась. Заходите, смотрите. А на этом мой отзыв закончен. Подписывайтесь на мой канал и всем до новых встреч. Пока!